году ожидая орочёнов эвентов Китая, российских гостей. Это приветственные слова на эвенкийском, китайском и русском языках. Впервые за всю историю Хабаровска на одном мероприятии они звучат вместе. В Москве представители этих коренных народов встречались, на Дальнем Востоке России еще нет. Да, в Москве здесь наша организация встречала наших друзей, орочёнов, на мероприятии «Сокровища Севера». Орочёны Китая – это тунгусо-маньчжурский народ. Они приехали на дальневосточный фестиваль эвенкийской культуры «МИД Эвенкил 2024». Концертная программа, ярмарка, мастер-классы, в том числе и кулинарные, прошли на набережной Амура в эти выходные. Ремесленники из Бурятии, Забайкалья и Якутии продемонстрировали свою продукцию хабаровчанам. Кроме развлекательной программы, представители коренных народов Севера поднимали и проблемные вопросы. Поэтому предлагаем поднять оклады врачам. 3 минимальных размера оклады труда. Плюс решить вопрос о 100% возмещении расходов на коммунальные услуги именно врачам района Крайнего Севера. Помимо закрепления специалистов в отдаленных поселениях, обсуждали программу внедрения родного языка не только в учреждениях доп. Образования, но и в школьную программу. Марьяна Гейт, Смотри Хабаровск.